В первом тайме «Сатурн» не сподобился ни на один удар в свой ворот Павла Харчика, для которого эта игра стала первой в сезоне. Зато работу Антонина Кински было не в проворот. Работу свою Кински выполнил безупречно. Большую часть первого тайма игроки «Рубина» провели на половине поля гостей, но забитых голов зрители так и не увидели. Как тут не вспомнить, что «Сатурн» считается самым неудобным для казанской команды соперником. Ни разу за все время выступления в премьер-лиге «Рубину» обыграть клуб из Московской области не удалось. Мы готовились к этой игре. Сегодня у меня нет претензий к ребятам по самоотдаче. Другое дело, тактические моменты, где мы должны были перекрывать и Обжора, и Чеснавскиса. Но Чеснавский сегодня один. Во втором тайме решил свой матч. Уж сколько раз твердили футбольному миру, не забиваешь ты, забьют тебе. Прописная истина сработала и в Казани. С начала второго тайма Антонин Кинский выручил свою команду еще пару раз, а затем пришло время «Сатурна». Базаеву не удался дриблинг перед чужой штрафной. Капитан гостей сам мяч отобрал, укрыл его корпусом и сделал передачу на полполя на Чеснаускиса. Эдгарсу сверхусилий прилагать не пришлось, а лишь катнуть мяч мимо Харчика. Терять Рубину стало нечего, и Курбан Бердеев перешел на игру в три нападающих. На замену Гильмолину вышел Яркин, но хозяевам это не помогло. Еременко, как и в эпизоде с предыдущим голом, перехватил мяч на своей половине поля, но передачу сразу делать не стал, а продвинулся к штрафной Рубина, после чего нашел пасом Чеснаускиса. Удар полузащитника «Сатурна» и в этот раз достиг своей цели. Мы хотели продержать 0-0 в первом тайме, и во втором на контратаках их поймать, и так же получилось сегодня. Это, я думаю, одна из лучших игр наша. 3-0 на выезде против Рубина, я думаю, это супер. Вот сейчас начинается наш подъем. Уже выигрывая 2-0, «Сатурн» остался в десятером. Валентин Иванов удалил за удар соперника локтем Брониславу Фодрика. В игре Фодрик пробыл 26 минут. Всего в матче рефери показал 9 желтых и одну красную карточку. «Сатурн» удаление не смутило, гости до конца игры смогли забить еще раз. На повторе эпизод с падением Чеснаускиса выглядит не бесспорным, но в динамике матча Валентин Иванов указал на точку. Еременко шансов Харчику не оставил. Я спросил у Чеснока, если он хочет быть, он мне сказал, бей ты, потому что ты два паса отдал, и он же два забил, так что. И сразу же угадали, в какой угол бить или посмотрели, он куда. Ударил вправо и промахнулся, так что в этот раз левый сильно. Все-таки мне пас отдал Еременко, очень хороший. Мне просто надо было ворота попасть и все. В обоих случаях? В обоих случаях. А в чем в третьем ему позволили пенальти бить? Ну, благодарен был ему за два паса, так что дал ему забить. Рубин потерпел второе крупное поражение подряд и набрал лишь 3 очка за последние 5 игр, включая 3 домашних матча. На этой неделе казанской команде предстоит стартовать в Кубке УЕФА. Через попадание я сказал в раздевалке, что надо побольше двигаться, открываться свободно, использовать свободное место. Да, хотел тоже сказать Эльгарасу Чеснаускису, что Эльгар, я хочу видеть того Чеснаускиса, которого я видел в первом туре на «Зените».